Удовольствие от опасности. Питерский студент в одном из нижнем белье раскатывал по Рыбинску на резиновом баллоне, привязанном к автомобилю. Об этом и других не менее экстремальных развлечениях молодой человек и его компания сняли видео. В сети интернет-ролик «Жизнь в кайф» набирает популярность среди молодежи и не только. Видео заинтересовало и правоохранительные органы. Опасные для жизни и здоровья трюки в полиции не рекомендуют повторять никому.